Поездка состоялась по приглашению бургомистра города Михаэла Хайльмана. Этой дружбе вот уже более четверти века, и важным элементом побратимских отношений всегда был обмен учащимися. Так, делегация посетила несколько немецких городов. Ребята и их руководители осмотрели достопримечательности, побывали на рождественских ярмарках и базарах. Школьники жили в немецких семьях и посещали уроки в гимназии вместе со своими сверстниками, где практиковались в общении на иностранных языках. Подготовленная принимающей стороной программа была насыщенной и интересной. Важной ее частью стало возложение цветов к памятнику советским воинам в местечке Дула. Сохраняют память об этом. Там существует музей еще этого концлагеря. Вот. И обязательно нашим ребятам подробно рассказывать каждый раз. В этот раз это тоже было об этом концлагере. И, конечно, поездка произвела большое впечатление на ребят. Но ответный визит немецкой делегации запланирован на весну 2019 года. Рассказывать можно бесконечно долго, но вот мои самые яркие впечатления – это, в принципе, впечатления о стране, о крупных городах, вот о Дортмунде, о Кёльне. Мне очень понравились их рождественские ярмарки, мне понравился их рождественский антураж, мне очень понравились люди. Мне кажется, что очень важно было познакомиться не просто с культурой немецкого народа, а с культурой именно молодежной немецкой молодежи.